Всем доброе утро. На завтрак у меня сегодня винегрет. Вчера приготовила целый большой салатник. Весна, после болезни надо восстанавливать силы. Так что всем приятного аппетита. Буду завтракать. Ну вот, позавтракала, решила сразу с вами пообщаться, поговорить. Ну что, долго я отсутствовала в связи с болезнью. Многие уже заметили, начала делать я обзоры на своем втором канале «Океан счастья». Никак не доберусь до парикмахерской. Теперь вот опять у меня дилемма, в какую парикмахерскую идти, к какому мастеру. Опять надо искать. И вот поэтому вот сижу, никак не доберусь, опять боюсь, что опять все испортит. Ну, понятно, что обросла после болезни, но если был бы уже мастер, тот, который меня подстригает хорошо, конечно, я бы уже давно сходила. Ну, ладно, дойдем, наступит время, тем более и покраситься надо. Так что надо взяться за себя. И, знаете, пока вот болела, но до болезни тоже у меня планы были такие, мысли были, заказывать воду на дом. До этого мы сами ходили, покупали, привозили, носили баклажки 5-литровые. Сейчас вот в связи с болезнью, так как никто не мог эту воду принести, естественно, все больные, и родители, и я, потом уже и Полинка подключилась. Что оставалось делать? Быстренько, конечно, я уже нашла, где заказать воду. До этого я пыталась, но как-то дальше этих моих попыток ничего не происходило. Я говорю, болезнь все-таки быстро решила этот вопрос. Очень быстро. То есть и быстро нашла, и быстро заказала, и быстро привезли. И я уже заранее до этого заказывала на Алиэкспресс такая помпа электрическая. Сейчас я вам ее продемонстрирую и покажу, как же я ее присоединила к этой баклажке с водой. Вот, очень удобно получилось, тоже я довольна. Так что пока болели, все нам привезли, принесли. И вот смотрите, что у меня получилось. Присоединила я эту помпу на бутыль. Помпа электрическая. Так как первый раз я это все делала, поставила, пока вот в коридоре стоит эта бутыль у меня. Видите, пробовала здесь снять крышку, но ее не надо было снимать. Но ничего, установилось. В следующий раз буду прямо одевать на крышку, потому что она так плотнее держится. И вот так она выглядит. Сама помпа, она сенсорная, здесь кнопочка, нажимаем, дотрагиваемся, и водичка наша льется без проблем. Очень удобно, довольно, быстро, просто и хорошо. Так что теперь воду мне привозят. Что у меня сегодня по плану? Значит, позавтракала. Так как, конечно, была слабость, такая все-таки значительная слабость. Все, конечно, домашние дела запустила. Вот сейчас планирую заложить стирку. Еще у нас вот что-то опять последние дни отключать постоянно воду. Тоже вот проблем, даже стирку не могу заложить. Ну вот сейчас вроде бы пока вода есть, существует, сейчас буду закладывать стирку. Стирки накопилось очень много. Благо, что вот которую машинку купила стиральную, помните, я вам рассказывала, она на 6,5 килограмм, много вмещает, так что даже довольна. Сначала я думала, что ой, зачем так много килограмм я купила, 6,5, но теперь довольна, действительно. У меня прям накопится всегда много белья, сразу закладываю и одной стиркой стираю большой объем. Дальше что у меня по плану? Дальше я хотела сходить, мне надо сегодня с Полинкой ее выписать. Вообще не знаю, выпишут или нет, вот просто нам на прием идти, до этого мы все вызывали на дом. Такая температурка у нее держалась 37, 37,1. Вроде невысокая, но и особо вот
Именно по вечерам, где-то вот часов 6 вечера, да, вот 6-7, ну вот вечером прям конкретно. Вот такая температура. Антибиотики она тоже пропила, не обошлись мы без них, хотели без них, но ничего не получилось. Вот. Но сейчас уже получше, температуры, можно сказать, уже нету, слава богу. Значит, все-таки я делаю вывод, у нее температурка такая была от горла. Вот. И вот два теста, получается, даже не два теста, два анализа. Первый был тест отрицательный, второй раз приходили, я вызывала на дом, ПЦР делали, то есть мазок брали, тоже отрицательный. Вот, конечно, я уже об этом с вами разговаривала в предыдущем видео, да. Такой интересный случай. У нас у всех положительный, у нее отрицательный. Ну, не знаю, может, у детей вот так происходит, не знаю. Ну вот, сейчас пойдем, сходим на прием. Записалась. Потом оттуда, там рядом у нас почта. Мне надо забрать посылку с Ахерба. Обязательно вам покажу. И там тоже рядом находится у нас фикс прайс. Наверное, Полинка пойдет одна домой, а я, наверное, зайду в магазин, поснимаю, сделаю обзор на второй канал. И все. Вернусь домой. Еще нам тоже пришла посылка с Озона, что-то мы все заказывали, пока болели. Теперь только вот ходим уже по выздоровлению, ходим, собираем эти посылки. И вот не знаю, получится сегодня или нет, но если получится, то значит тоже вам покажу с Озона посылку. Ну вот такой у меня расклад сегодня. Все. Пойдем собираться и в путь дорогу. Вышли из поликлиники детской, Полинку выписали, позже всех заболела, все, в школу выписали, да, Полина? Идем с ней, смотрите, в одинаковых куртках красных, один в один, как близнецы-братья, или как близнецы-сестры. Вот такая погода, весна в разгаре, весна красна. Пойдем сейчас на почту, там посылочка пришла с Ахерба, получим. Тут уже все растаяло. Вот этот ходил, был снег. Ну тут видишь, солнышко, открытое пространство, тут быстро тает дождь. Что такое асфальт? Асфальт. Ура! Мы наступили на асфальт. Вот все-таки сказывается болезнь. Вот сейчас иду. Как-то вот немного, ну не то что задыхаюсь, но как-то сложновато идти. С трудом нагрузку, наверное, ощущаю. Так что пока не очень-то и восстановилась после болезни. Так, ну вот, пришли на почту. Так, ну все, посылку получили. Такая коробочка. Вот тут у нас начались работы. Это у нас пруд. Сейчас, конечно же, он замерз. Вот видите, вдалеке машина. Но сейчас уже вечер, поэтому работы приостановлены. Но они ведутся. Грандиозный проект нам тут пообещали. Вот видите, вдалеке там тоже. Это вот на пруду сначала начнут делать. А потом еще тут скверы будут задействованы близлежащие. Со всех сторон раскопали, разломали. А вон там вдалеке детскую площадку построили.
до Нового года где-то. Все здесь огородили. Тут у нас была, видите, арка счастья. Аллея влюбленных. Вот такие сердца. Не знаю, сердца будут сносить или нет. Посмотрим. Пока вот здесь все поломали. Мы будем теперь наблюдать, как будет расти у нас тут красота. Сказали, выделили 80 миллионов рублей. Уже, конечно, по всем программам нашим местным показали, что здесь ожидается. Но так, в принципе, красиво. Будем ждать. Сказали, до конца года все это осуществится. Так что вот сейчас у нас сегодня 3 марта. Запомним. Это где-то, получается, в начале марта, наверное, начали. Или конец февраля, наверное. Здесь все начали делать, сносить, чистить. И до конца года заниматься строительством. Здесь на пруду показали нам, что будут фонтаны, фонтаны. Всегда мечтала, чтобы были тут фонтаны. Ну, надеюсь, что моя мечта осуществится. Может, еще чья-то. Так что ждем красоту. Паспорт объекта. Вот такая схема, что должно здесь получиться. Все в квадратных метрах. Начало строительства 1-й квартал 21-го, окончание 4-й квартал 21-го. Часть здесь повесила в ванне, а часть висит в комнате. Там остальная мелочевка. Стирка большая за 2 недели болезни нашей. Ну все, пусть сохнет. Ну и давайте покажу, что купила в фикс-прайсе. Все такое яркое, красочное, красивое. Глаза разбегаются. Это вот такие наклеечки. Полинки купила. Она сейчас усиленно все оформляет. Свои скетчбуки, блокнотики различные. Если кому интересно, может кто-то нас смотрит из детей, заходите на ее канал «Идущий с мечтой». Там она показывает свои творческие замыслы. Классные такие наклеечки. По 50 рублей каждая упаковка стоит. И вот такие, я их называю смайлики, да, там глазки. Глазки бегают. Прикольные наклеечки. Так, и смотрите, что еще купила. Появилась вот такая новиночка. Такие классные блокноты. Давно не привозили красивых к нам блокнотов. Посмотрите, какая красота. Обложки такие, знаете, вот, я не знаю, как назвать этот материал, очень приятный на ощупь. И вот такие странички красивые, они идут как бы разноцветные, здесь вот в линеечку, смотрите, с какими картинками. Очень мне понравились. Вот каждый блокнотик 199 рублей стоит. Такие, видите, вставки ярких картинок. Очень мне понравились. Как вы видите, я купила их. Это чек. Купила я таких 3 штуки блокнота. Всегда пригодятся. Или для себя, или в подарок кому-то, да, подарить.
Это вот второй такой вариант. Третьяковская галерея. Здесь посмотрите, как оформлены листики. Ну, это, конечно, уже такой более взрослый вариант. Скорее всего, конечно же, я его оставлю себе. Очень красиво. Такое весеннее настроение. И третий блокнотик, это тоже такой прикольненький, веселенький. Посмотрите, какая прелесть. Красота. Вообще, я тоже люблю вот эти все блокнотики. Особенно с надписями. Любите, мечтайте, загадывайте желания, когда смотрите на звезды. Не расставайтесь с любимыми, будьте счастливы. Тоже прикольный такой блокнотик. Посмотрите, какая красота. Целые картинные галереи, тут вставки картинные. Я Супермен, я Бэтмен. У меня самый красивый костюм. Тоже красочные страницы такие. Посмотрите, какая красота. Я не волк. Куруза. Девочка Фифа. Кто-то в бане, что ли. Посмотрите. Прелесть. Прелесть блокнотики. Вот такие покупочки в фикс-прайсе у меня на этот раз. Все из канцелярии. Так, ну вот наш Озон. Идем за посылочкой. Так, ну вот такая посылочка. Это я знаю что, но я вам дома покажу. Распакуем. Тут Полина со мной. Пойдем еще вот в наш магнит сходим. Вон там магнит. Закупим продукты домой. То себе заказала Полинка. Давайте распакуем, я вам покажу. Это скетчбук черного цвета. Она такой захотела. Сейчас он в целлофане. Сейчас распакуем, поближе посмотрим. Так, вот такой скетчбук на резиночке с закладкой. Классный, конечно. Планирует она его обклеить здесь наклейками. Смотрите, такие желтенькие листики. Очень-очень плотные. То есть для рисования акварелью, там гуашью, фломастерами будет отлично. Вот, очень удобно рисовать на развороте. Кому интересно, заходите на ее канал «Идущая за мечтой». Там она будет все показывать, рисовать. То есть, кому интересна такая тема, милости просим на ее канал. Есть закладочка вот такая атласная. Были там различные цвета. Я знаю, красный, розовый, белый. Ну, много какие. Кому интересно, могу оставить ссылочку на этот скетчбук. Найдете быстренько. На ужин у меня сегодня быстрое блюдо. Времени катастрофически не было на приготовление ужина. Приготовила, смотрите, что. Омлет с брокколи. Что я сделала? Брокколи отварила предварительно 2 минутки в кипящей воде. Потом на сковородочку все выложила. И туда яйца с молоком взбитые. Все. Быстренько пожарилось и ужин готов. Очень быстрый, скорый, вкусный. Главное дело полезный ужин. Всем приятного аппетита!